Сдать единый госэкзамен по русскому языку будет проще. В этом году на экзаменационную работу школьникам отвели на полчаса больше времени, чем в прошлом, пишет «Российская газета». Вместо прошлогодних 180 минут выполнить задание по великому и могучему школьники смогут в течение 210 минут. Об этом изданию сообщила председатель предметной комиссии разработчиков материалов ЕГЭ по русскому языку Ирина Цибулько. Сами же тесты, а вернее их сложность, останется практически неизменной. Единственная правка коснется задания по орфоэпии в части А. Это связано с тем, что в конце прошлого года Российская академия наук выпустила новый орфоэпический словарь. Он не обновлялся уже давно. Как и прежде, на итоговую оценку не повлияют одна пунктуационная ошибка и одна негрубая орфографическая. Все работы будут проверять два эксперта, а если разница в оценках работ составит 8 баллов, то вердикт вынесет третий специалист.